Всем привет на моей маленькой разводне. Итак, надо отправить посылочку YouTube-каналу Костя Крахмаль. Костян, милой души человек. Надо ему помочь. Он говорил, нету у него улиток, то есть ампуляшек. Вот столько мы ему наловили. И взрослых, и маленьких. Ну, в общем-то, разных. Надо это все запаковать. И еще его коллега просил вот этих макроподиков. Мы еще в подарочек вышлем парочку Кости. Пускай разводит. И будут такие вот самцы прекрасные. Даже очень прекрасные. Вот этого мы и отправим Костяну и его коллеге еще две самочки. Вот так. Сейчас будем их ловить, паковать. Сделаем коробочку и отправим завтра Косте. Сейчас мы на видео только запакуем и посмотрим, как это все происходит. И пускай Костян радуется и рыбкой, и ампуляшками. Итак, вот пытаемся поймать макропода. Сейчас, конечно, неудобно. Вот этот самец или этот. Этот или этот. Они уже в стоечку стали. Вот этот поярче. Сейчас мы его поймаем. Хоп. Это самец. Вот так вот. Оп. Вот этот самец. И еще надо три самочки. То есть самочки у нас вот такие вот. Сейчас мы их. Вот это стопроцентная самка. И вот вид сверху, вот самочка, посмотрите, какой самец, а какая самочка. Костин коллега очень переживал, чтобы я ему точно самок отправил. Здесь ошибиться сложно, потому что они уже взрослые, готовые к спариванию самочки. Так, что она, вот эта самочка. Вот. И вот. Хоп-хоп. Вот две самочки. С брюшками все как полагается. Хоп. Вот так вот мы их достали. И прям сюда. Одна самочка. И вторая. Вот такие вот у нас самочки. Три самочки и вот этот один самец. Уже их только бери и отсаживай, и не рести. Пены накладут. Пена присутствует всегда. Вон в этом углу. Вот. Пенят, но их здесь много. И, возможно, икру и отметают, но здесь ничего не будет, потому что их здесь много. Вот такие вот макроподики. Кому надо, обращайтесь, вышлем. Итак, рыбок мы словили, ампуляшек наловили, и будем все это сейчас упаковывать. Вот, для упаковочки нам понадобятся вот такие вот транспортировочные пакеты. Вот такие вот резинки. И кислород. У меня вот такой вот кислород. Где-то остался, что-то не помню где. Вот, закачаем им кислорода. Вот эта упаковка, по-моему, 180 гривен здесь. 8 литров.
Ну, это так, мне на халяву достался. Так, будем сейчас паковать. Вот, берем пакет. Складываем сюда рыбку. Оп. Наливаем сюда водичку и рыбок. Хоп, все упрыгнули. Вот такие вот красавчики. Берем сейчас для эффекта, мы просто так запакуем, все равно завтра с утра надо будет это все перепаковать и добавить кислорода, и отправить рыбку. Так вот. Что-то вот так вот. Оп. Пакетики не маленькие. Так, вот это уберем. Пакетики не маленькие. Даже большие. Так вот, запаковали мы. Как-то так-то. Хоп, и пакетик готов. Сейчас еще мы сделаем коробочку, все туда спакуем и посмотрим дальше. Вот такая вот у нас коробочка получилась. Ампуляшки, макроподики. Вот, еще надо сейчас здесь пенопластик подрежем сюда, 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 ну и везде. И упакуем эту коробочку. Только упаковывать мы будем завтра. И, Костя, лови ампуляшек и еще тебе парочка макроподиков. Пускай будут у тебя на разводне. Будешь разводить, ну и продавать. Я вижу, у тебя живородка, ну и кормящие тоже неплохо. Вот так. Костя, держи свою рыбку. Завтра тебе с утра отправлю. И всем хорошего дня, приятного настроения, удачи и пока!